Тут никого нет. И здесь никого нет. Я поднимусь на второй этаж и найду остальных. Не понял, не подглядывай, ладно? Мне пора идти искать. Кабинет хагиологии. Чего? Хагиология! Это то, что мне нужно! Там 100% будет последний, кто прячется от меня. А ну, подлый трус, вылезай! Не понял. Что происходит? Вышел из класса быстро! Я прошу прощения. Продолжим урок, детишки. Итак, как называется самый главный... Извините, а... Ты что, меня не понял? Мы с друзьями решили поиграть в прятки в вашей школе. Вы тут не видели такого маленького, рыженького дебила? Мне что, нужно повторять несколько раз? Вышел отсюда быстро! Да нет, сейчас, секундочку, я вам объясню. Он такой маленький, рыженький, да... Ну что, рассказывай. А, что рассказывать? Извините, дядя полицейский, я больше так не буду. Что ты там говоришь, дел в прятки играл в школе? Ты в своем уме? А, в своем? Ну, в смысле, нет, был не в своем уме. В общем, меня заставили играть. Но я больше правда-правда не буду этого делать. Так, сейчас я по рации скажу Доминику, чтобы он ему что-нибудь такое, знаете, необычное сказал. Так, прием, как слышно. Скажи ему, чтобы он отдал тебе за это все алмазы. А, понял. А, ты должен отдать за этот проступок все свои алмазы. А, ладно, это все равно не мои алмазы, а Владу, садайте, забирайте. И еще скажи, чтобы отдал все сладости, которые у него есть. Все, абсолютно, из инвентаря все, пускай выкладывает. Давай, говори ему срочно. Это будет шикарно. А еще отдай все сладости, да, все сладости из инвентаря отдай, быстро. Нет, сладости-то за что? Это просто офигенно. Скитлс, ММДМС. Все, это Доминик мне потом отдаст. Я очень прям с радостью это все съем вместо Лёни. Как тебе? Все, я свободен. На этот раз прощаю. Но только первый и последний раз. Ты что из себя возомнил-то вообще? Всем все ясно? Или повторить вам нужно? Нет, Владус, мне все понятно. Ну, наверное, это потому, что я здесь самый умный. Ты-то самый умный, да? Повтори. Лёнь, ну ты дебил совсем, что ли, а? Я все, если что, понял, я готов. Я ничего абсолютно не понял, но я тоже готов. Лёнь, научно доказано, что если человек спит днем, то он засыпает. Лёня. Давай-ка, оставайся здесь, а мы побежали. Нет, я не буду. Будешь. Давай, иди считай до 10 и не можешь до 5. Почему я? Потому что ты в прошлом раунде не нашел последнего игрока. Да, поэтому давай, иди. Окей, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 10. Лёня, нормально, иди считай, зараза такая. Ребят, быстро все разбегаемся. Давайте, бегом отсюда. Валим! Я придумал, где можно спрятаться. Арбузкин, только давай снова не в туалете, по залу-то. Я, если что, не на F5. Лёня, зато я на F5. Я тебя вижу точно так же, как и ты меня, зараза такая. Отворачивайся давай и считай нормально. Ладно. Давай. А мы быстренько свалим. Конечно же, мы забегаем в школу. Главное, не нарваться на учителей, потому что сейчас идут уроки. Это самое-самое сложное. Сейчас мне нужно спрятаться в максимально укромном месте. И я знаю, где это можно сделать. 8, 9, 10. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват нафиг. М-бо-у-сош. Ставь лайк, если у тебя школа так же называется. Ладно, мне пора. И не смейся. Ну что же нафиг, сейчас мы всех отыщем. Я знаю, где кто может прятаться. Или не знаю, пофиг. Дубзик. О, у меня как раз живот закрутило.
Капец! Быстро, быстро, быстро! Ё-моё! Фух! Ладно, пора идти дальше искать. Somebody! Смыть забыл! Ё-моё! Я знаю, куда мне нужно! Вот туда! Кабинет математики. Выходите, заразы! Я знаю, что вы здесь. Вы от меня просто так не спрячетесь. Что за пример? Реши и получи 50 рублей. Давай прямо сейчас в комментариях напиши, какой ответ получается. Первые 50 человек. А обязательно еще лайк и подписка. Поехали. Ладно, там никого не было. Блин, дебильные двери. Вот это я, блин, спрятался. Идеальное место. Открывайте! Я знаю, что здесь кто-то есть. Давай, выходи. В картине, да? В парте. Ё-моё, давай, 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 ну же. Стоп. Тут что, есть компик? Погоди-ка. Пойду в компик поиграю, пока никто не видит. Эй, ты, ставь лайк, если тебе всегда было интересно, что в компе у учителя. Ладно, это не твое дело, понял? Так, ну-ка. Не понял. Это чё? Это чё такое? Это не я! Ага. Не ты говоришь, зараза? Нашел! Хана тебе, арбузная зараза! Ну что же? Первый есть. Стоп! Погоди-ка. След идет оттуда. А ну-ка нафиг, кто у нас прячется в спорт... Не понял. Будь здоров. Ладно, пора идти дальше. Стоп. Погоди-ка. Да кто-то здесь прячется нафиг. Сразу бы так. Нубкин. Тут было очень пыльно. Очень пыльно. Привет, Нубкин. Здорово, Лёня. Ты меня это, не убивай, пожалуйста. Я тебя нашел. Можно мне еще один шанс? ПЗ. Конечно. Забыл сказать. Конечно, нет. А ты что, так же хочешь, что ли? Лайк поставь. Сколько можно уже, а? Я серьезно. Тут очень-очень неудобное место. Тихо. Он пошел на кухню, хорошо. Он что, собирается вернуться? Нет. Мне главное сидеть здесь тихо. Главное не подавать никаких звуков. Я не понимаю, куда ведет эта дверь? Странно. Я знал, что у нас Лёня это самая придурочная шоколадка. Но пока он сбежал, нужно отсюда срочно вылезти. Фух, так хорошо, там так пыльно было. Ладно, неважно. У меня есть специальная форма охранника и табличка. Сейчас мы немножечко обманем Лёню. Вы же не против? Я думаю, что нет. Здесь у нас есть место охранника, но сегодня у него выходной, поэтому я сейчас немножко заменю его. Главное не ошибиться и написать все правильно. Охранник Фёдор Михайлович. О, теперь меня зовут именно так. Так, встаем сюда. Я думаю, что Лёня вообще ничего не заподозрит. И сидим, ждем у моря погоды. Лёня. Михалыч. Ну ёлки-палки. Реально не заподозрил. Да, да, чё такое, Леонид? Что происходит? Я нигде не могу найти своего друга лучшего. Поможешь? Да, слушай, кажется, он пошел вот сюда вот. Я не знаю, но он около того фонтана был. Да карапуз прям смылся куда-то. А, карапуз? Я-то думал, ты про лучшего друга Владуса. Зараза такая, как он меня бесит. А, этот... Друг номер 5. Где он? Друг номер 5! А, твой друг номер 5, знаешь, что с ним было? А, извини, друг номер 52. Я двойку не дописал. Друг номер 52 я у него, значит, да? Ладно, он, кажется, уходил в медкабинет. Это там. Окей. Спасибо, Михалыч. Будешь другом номер 1? Иди, а. Ищи. Давай своего дружбана номер 52. Фигушки тебе. Так, сейчас быстренько снимем форму полицейского. Я кое-что придумал. Сейчас Ленчику не поздоровится. Медкабинет.
Я пришел по адресу нафиг. Осталось найти его. Hasta la vista, baby! Ай! Где это я? Опа-на! Птичка в клетке! Ну чё, Лёнь, попался? Кто там твой друг номер 51? Меч мне в попу, Владус. Номер 52, если чё. Да, точно. Ну что же, сейчас я с ним разберусь, а если вы хотите видеть больше видео по пряткам, то прямо сейчас нужно поставить лайк. Не надо! Я пошел на Unplay. Пока. Нет, ты чё, пошел на мой сервак, Лёнь, ты отсюда не выйдешь. Прямо сейчас подпишись на мой канал, вот здесь кнопка подписаться у тебя на экране. Нажми на нее и посмотри предыдущее видео по пряткам. Оно вот здесь. Увидимся в следующем ролике. Пока.